молятся, и все исполняют сокровища благих и жизни подарков. Приди и селись, и очисти от всякой скверны, и спаси блажи душу нашу. Слава Вышних Богу и на земле мир человеца благоволения. Слава Вышних Богу и на земле мир человеца благоволения. Господи, усни наша, отвязивши и уста наши, и все благоволения. Благословен Бог, всегда благословен. Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и сия Руси, и господина высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, и господина нашего преосвященнейшего Елисея, епископа Урюпинского и Новоаннинского, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во время оно приди Иисус от Назарета Галилейского и крестися от Иоанна во Иордане, и обе восходя от воды, виде разводящиеся небеса, и дух, яко голубь, сходящий нань, и глаз бы с небесе, ты еси, Сын мой возлюбленный, о нем же благоволи. Помолимся, Господи, помилуй. О великом Господине, Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине Высокопреосвященнейшем, митрополите Германе, и о Господине нашем, Преосвященнейшем Епископе Елисее, честнем пресвитерстве во Христе дьяконстве, и о всем притче люди, Господу помолимся. Господи, помилуй. О богохраниме стране нашей, властях и воинстве, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем всяком граде, стране и веры живущих в ней, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздуху по изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. О еже святитесь и водам сим силой, действием и наитием Святаго Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. О еже снисходите на воды сия, очистительно присущной Троице действу, Господу помолимся. Господи, помилуй. О еже даровайтесь им благодать и избавление, благословению Иорданову, силу и действию и наитием Святого Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. Поешь, сокрушитесь в сатане под ногами нашим вскоре, и разоритесь всякому совету лукавому, движимо наны, Господу помолимся. Господи, помилуй. Якода Господь Бог изнет нас от всякого навета и искушения сопротивника, и достойно соделает обещанный благ, Господу помолимся. Господи, помилуй. Ныне источник освящения дар грехов, разрешение недугов, исцеление демонов, всегубительство, сопротивным силам неприступные ангельские крепости, исполненную, да все почерпающие, причащающиеся, имеют ее к очищению души телес, к исцелению страсти, к освящению домов и ко всякой пользе изрядну. Ты бы, еси Бог наш, и живодой, и духом обновивая, обетшавшее грехом естество наше. Ты, еси Бог наш, водой потопив и приное и грех. Ты, еси Бог наш, и же морем освободив от работы фараоне. Моисеем род еврейский. Ты бы, еси Бог наш, разразив и камень в пустыне, потекуша воды, и потоцы наводнишися, и жаждущие люди твои насытивы. Ты, еси Бог наш, и же водой и огнем применив Елиею. Израиль от прелести валовые, самый ныне, владыка, освети воду сию духом Твоим святым. Самый ныне, Владыка, освети воду сию духом Твоим святым. Самый ныне, Владыка, освети воду сию духом Твоим святым. Дать же всем
прикасающимся ей, причащающимся, мажущимся ей, освящение, здравие, очищение и благословение. Спаси, Господи, и помилуй великого господина отца нашего святейшего патриарха Кирилла и господина Высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, и господина нашего, преосвященнейшего Елисея, епископа Урюпинского и Новоаннинского, и сохрани их под кровом Твоим, в мире покори им всякого врага и супостата, дар им вся, яжеко спасение прошение жизнь вечную, да и стихиями, и человеки, и ангелы, и видимыми, и невидимыми, славится Твое Пресвятое имя, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Головы наши, Господи, преклоните. Работное воображение, сподобит нас исполнится освящение Твоего причащения воды, сие да будет нам, Господи, во здравии души и тела. Ты бы есть и освящение наше, и Тебе славу и благодарение, поклонение воссылаемся безначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Во Иордане, кричащийся Тебе, Господи! Ручица явися поклонение, родители, свидетельство же Тебе, возлюбленный Отец и Сына именою, иду. Во Иордане, кричащийся Тебе, Господи! Yeah.